И придется третьей попытки готовиться и той, и другой. Складывается интересная борьба. Мария Попова хоть и сделала одну неудачную попытку на 165, но уверенно достаточно лидирует. Но это на высоте 165. Если они ее возьмут, то уже на следующий, на 170, все может перевернуться с ног на голову и наоборот. Третья попытка.